Так или иначе, мы каждый год обращаем внимание, у каких событий в рамках фестиваля юбилейной даты. На это делаем акцент. В этом году 25 лет Шукшинскому кинофестивалю. Напомню, что он появился не сразу. Шукшинские дни 47-й, фестиваль кино 25-й. И поэтому программа кинофестиваля в этом году насыщенная как никогда. Во-первых, у нас появилось несколько дополнительных направлений. Документальное кино. Специальная программа снята в Сибири, которая включает 7 фильмов, отобранных на основании тех заявок, которые к нам пришли. И они тоже будут показываться на нескольких площадках Алтайского края. А потом у нас есть специальные отдельные показы. Например, в Бийске мы показываем фильм «Быть молодым» Федора Малышева. Это проблематика молодые люди-подростки в Москве и на Донбассе. Интервью с ними, вот как они по-разному мыслят. Это документальное тоже. Это документальное кино. И всего у нас 40 фильмов будет показано в рамках Шукшинского кинофестиваля. Это для зрителей. Раз уж начали мы о кинофестивале, да, то, наверное, спрошу, сколько фильмов, ну, художественных будет там в этом году, и где зрители могут эти фильмы посмотреть, в каких кинотеатрах? Мне сложно будет вот так разделить, потому что у нас есть художественные в полном метре и в коротком метре. Угу. В полном метре это 10 лент. У нас есть несколько афиш. Все фильмы, их 40, еще раз скажу, невозможно поместить в одну афишу. Поэтому у нас есть одна афиша полный метр, афиша короткий метр, афиша документальное кино. А в документальном кино тоже 5 фильмов это полный метр, 5 фильмов это короткий метр. Отдельная программа снята в Сибири. И в каждой этой афише мы можем увидеть место и время показа. Угу. Билеты на все показы распространяются бесплатно. А на некоторые площадки либо свободный вход, либо мы просто показываем на улице. Как, например, 2 вечера возле театра драмы 18 и 19 числа работает экран. И мы показываем сначала короткий метр в первый день, а во второй день мы показываем «Снято в Сибири». Поэтому можно просто прийти, сесть на лавочку и посмотреть эти фильмы. И даже на полный метр, то, что показывается в кинотеатрах, билеты выгружаются в кассах кинотеатров, но это пригласительные билеты, бесплатные, которые просто регулируют количество людей, которые могут войти в зал, потому что он вмещает ограниченные. Билеты на сегодняшний день еще есть, но они разлетаются, как горячие пирожки. А какие кинотеатры? Кинотеатры. Фильм «Открытие» у нас будет показываться в кинотеатре «Мир». И еще некоторые показы будут там. Кинотеатр «Пионер» с нами традиционно работает. Кинотеатр «Премьера» в Бийске. Это традиционно кинотеатр «Киномир Воскресенье». Ну и на ряде территорий используются не всегда кинотеатры. Например, в Алейске, в Рубцовске. В Ростовске используется библиотека «Виртуальный концертный зал». В общем, те площадки, которые удобны для того, чтобы просматривать фильмы. Угу. Кто в этом году будет, если можно так сказать, это обычно говорится применительно к концертам, да, кто хедлайнеры нынешнего фестиваля, то есть кто приедет, какие звезды, в том числе не только актеры, да, но и писатели? Да, у нас есть некоторое количество людей, которые мы называем почетные гости, не все из них связаны с фильмами, это просто люди, которые украсят своим творчеством и своим присутствием кинофестиваль, узнаваемый, известный, любимый. Это Ирина Петровна Купченко. Она не только будет участвовать в открытии и закрытии, но и даст 2 творческих вечера в Барнауле и в Бийске, в драматическом театре имени Шукшина и в Бийском драматическом театре. Это Ольга Евгеньевна Прокофьева, народная артистка. Ее творческий вечер будет в Государственной филармонии на следующий день после дня открытия в Барнауле. Заслуженная артистка Полина Агуреева. Ее творческий вечер будет в Бийском драматическом театре. И на пикете тоже она выступит. Это поющая актриса. Некоторые ее так и знают. Кто-то знает, как звезду сериала «Ликвидация». Поэтому она будет 2 дня у нас работать. Борис Галкин, как раз тот достаточно известный артист, который представит фильм, в котором он играет одну из главных ролей. А это фильм «Открытие» фестиваля. Он называется «У самого белого море», про мальчика-сироту, который проходит жизненные препятствия, ну и закаляет характер тем самым. Mm-hmm. Потому что все фильмы в наших афишах, они так или иначе связаны, ну, с какими-то сложностями, препятствиями, выживанием нравственным, движением к какому-то выбору, добра, света. Ну, обычно, мне кажется, на многих кинофестивалях такие фильмы приветствуются, их
Да, у нас, не коммерческое кино, а не такое, которое направлено на развлечение, провести приятное время за попкорном, а так, чтобы все-таки душу немножко затронуть, дать пищу для ума. Поэтому в конкурс фильмы выбираются с таким прицелом. Писатели? Писатели тоже мы анонсируем, в том числе на наших ресурсах «Шукшинские дни на Алтае», «Краевая библиотека Шишкова». Литературная афиша тоже сделана отдельно, потому что у нас много писательских встреч, и все их не перечислишь коротко. Из поэтов, ну, знаете, вот, наверное, если бы я формулировала, наверное, там 10 или 20 самых известных и самых больших поэтов России на сегодня, то туда обязательно бы вошла Светлана Кекова. Мы ее года 3 ждали, у нее не получалось, и вот она приедет. В том числе, например, именно ей мы даем слово в театре драмы, обычно выступает на открытии кинофестиваля один писатель. Целая плеяда, больше как-то поэты представлены у нас в этом году. Елена Лапшина, Михаил Левантовский. Они, это люди разных возрастов. Но есть те люди, которые, например, одновременно являются и писателями, и учеными. Вот из таковых у нас был когда-то, помните, Варламов, который книгу о Шукшине писал. А в этом году, например, Владимир Евстратов, который профессор, шукшиновед, прозаик. В том числе он будет участником не только мероприятий и в Шишковке, я думаю, это будет познавательно, но и будет принимать участие в круглом столе по творчеству Шукшина, где в том числе принимать участие будет Екатерина Васильевна Шукшина, старшая дочь Василия Макарыча приезжает нам в этот раз. Она была очень давно, много лет не была, и вот в этот раз приглашена она. И будет принимать участие во многих мероприятиях всю Шукшинскую неделю. Традиционно у нас программа фестиваля стартует вот с памятника Василия Макаровича. Да, первая точка. Нынче ничего в этом смысле не поменяется. Нет, мы эту традицию сохраняем, потому что все публичные и уличные мероприятия мы можем проводить. И, конечно, уличный формат, где люди могут прийти свободно. Взять автограф при необходимости. Ну, он такой любимый людьми, поэтому мы его оставляем. Первая точка – это памятник Шукшину, город Барнаул, улица Юрина. Последняя заключительная точка – это гора Пикет, художественно-публицистическая программа, на которой мы не только слушаем наших гостей, поем песни, но и узнаем именно так, кто же становится победителем Шукшинского кинофестиваля в разных направлениях. И завершит программу концерт Николая Емелина, которая, наверное, самая известная его песня «Моя родина, Сибирь», входит в репертуар практически всех сибирских коллективов. Сростки мы уже сказали, что это все-таки самый пик фестиваля. Традиционно это у нас там какое? 22-е, суббота. Да, суббота. Жители края, естественно, об этом знают. Многие туда приезжают. Вот если бы там гости из другого региона, ну, какие-то у вас спросили, да, почему им нужно приехать в Сростки? Вот что бы вы им ответили? Ну, Сростки в последний день фестиваля – это, конечно, эпицентр праздника. В это время центральная улица села и основные площадки, а это стадион, это усадьбы самих музеев, превращаются в такие фестивальные площадки, на которых все время что-то происходит. В целом стадион теперь та площадка, на которую уходит вся торговля не на базарчике, а внутри села Сростки. Поэтому если вы хотите передохнуть, перекусить и даже в пикниковом формате, то это можно сделать на стадионе. Новая площадка печки-лавочки интерактивная, где мастера будут расписывать лавочки, а потом они останутся в Сростках. Конечно, на усадьбах музеев будет что-то происходить и новые выставки самих музеев. В Шукшинском музее эта выставка связана с именем Распутина из Иркутского музея. И в здании фондохранилища, где у нас конференц-зал, откроется мероприятие. Называется оно «Анис Катуни». В том числе, если кто-то хочет, например, увидеть дочь Шукшина и хочет спросить, где же можно, да, послушать, познакомиться, то именно там Анис Катуни, она будет принимать участие в Сростках. Ну и, конечно, потом мы поднимаемся на пикет, где и продукты питания, и сувенирная продукция будет представлена, если кому-то что-то захочется увести на память о Сростках. Ну и, конечно, основная программа, которая в том числе будет транслироваться на большие экраны, чтобы те, кто сидит не близко к сцене, могли ее смотреть, слушать. Обычно сколько людей собирается? Вот считали?
Ну, всех не пересчитаешь, конечно. Ну, конечно, года увеличивается. Конечно, это тысячи. От многих факторов зависит. Дождь, погода, жарко. Но у нас нет, знаете, это, как говорится, не рок-концерт, где мы считаем просто вот в одной локации количество людей и только этому и радуемся. Представьте, 60 мероприятий в течение недели на разных точках Алтайского края. У нас все-таки задача не массовка, а содержание. И вот на этом мы стоим и стараемся, чтобы в этом обилии мероприятий, людей, сложных графиков, у людей была возможность почувствовать атмосферу, живое слово, настоящее кино и чем-то хорошим напитаться. Главное, чтобы погода была хорошая. Обещаю, жарко. Да. Ну все, спасибо.